поздравить соперника с победой, в первую очередь. Второй момент. Тяжеловато, наверное, все-таки вести борьбу на протяжении всех 90 минут молодым ребятам. Фактор тот, что и где-то не было свежести у некоторых футболистов после молодежной сборной. Но в целом они сыграли в силу своих возможностей. Я думаю, что лично это мое мнение, свободный удар, там спорный такой моментик, который забили, наверное, переломный момент был в игре. Тем не менее, ребята до конца боролись. Хочу поблагодарить вышедшего молодого футболиста. Впервые Новик вышел довольно-таки неплохо. Будем доверять дальнейшим молодым ребятам. Я думаю, что с такими выходами и при работе определенной с них можно получиться дальнейшим перспективным футболистом. Минск одна, так сказать. Ну, команда, которая там победует комбинационный футбол, играет короткий пас, подстраивается. Я вчера смотрел Дубль, хороший очень молодежь. Нам сегодня отрезками удавалась неплохая игра. В первом тайме было достаточно много невынужденных ошибок, когда мы теряли просто мяч. Но в целом содержание игры я доволен результатом. Будем дальше двигаться.